это психологическое построение. Упасть, да, чтобы я много не напрягался, я тебе просто напрягаю. Раз, два, затем я стараюсь. О, не спеши. Еще раз, но не спеши вставать. Это. Еще раз. Делаем, смотрите, делаем 2-3 шага. Стоп, теперь смотрите, сейчас вы большие будете работать с ними. Потому что если вы друг друга, вы друг друга поубиваете. Захват, руки прямые, захват, выше локтя, снизу, дальше, встать поближе, делаем. Делаем, смотрите, раз, два, цирку, смотрим на меня, раз, два, третий шаг, делаем чуть-чуть больше, приседаем, руки. Оп, и стараемся его поднять. Зачем поднимать? Для того, чтобы потом убрать его ноги своими. Делать подсвечку. Еще. Так, Денис. Еще раз говорю, когда объясняют, надо слушать. Вот когда будет повторение, тогда можно задавать вопрос. Раз, два, следующий шаг. Кто делает, вот я делаю. Я должен сделать больше. Подлиннее. Больше чем он. Раз, приподнять и высечь. Не надо поднимать высоко. Надо чуть-чуть приподнять, чтобы он не касался. Ножки уходят, вы его страхуете. В борьбе не будет такого захвата. Будет вот такой захват. Такой захват. Вот пошли туда. Раз, два, я его высекаю, он падает на руку. Борьба там. Так, ушел. Ты деревянный. Да, ну иди сюда. Посмотрим. Значит, еще раз. В борьбе. Вы будете отсюда делать. Пойдем, туда я не делал. Я скажу, что я делаю. Пошли. Раз, два, в борьбе. Раз, ты сделаешь бросок. Он падает. Можешь на руку упасть еще. Но это борьба. Там ловишь, чувствуешь, все. А здесь во время отработки обязательно. Садись. Иди к тебе, хорошо? Не бойся. Я тебе скажу, куда будет просекать. Раз, два, третий шаг большой. Раз, и постараться его приподнять. Еще раз, дочек, пошли. Раз, два, три. Что ты боишься? Что ты... Иди как я, люди. Я же не могу делать без этого. Еще раз, дочек. Раз, давай, 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 давай. Раз, оп, и держать. Пять пар. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Где здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. А, восемь пар. Значит, у нас так. Еще раз. Идем по кругу. Посмотрите внимательно. Кто делает первый набой? Стоит в центре. В центре. Идет. Раз, два, хоп, приподнять. Раз, два, хоп, приподнять, без подсечки. Кто правый ногой подсекает, тот туда наружу идет. Саша сюда. Вот здесь встань, быстрее. Так, второй Саша сюда. Дивер сюда, сверху сюда. Дам сюда, Денис сюда. Бегом, бегом, бегом. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мам, сюда. Семь. Так, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Значит, восемь человек. Да, приди сюда, пожалуйста. Так, здесь. Маша, приди сюда. Так, Маша, я тебе даю сыр. Да, вот. Ладно, пожалуйста. Иди сюда, Петр, не улыбайся, ты идешь к Максу. Так, раз, два, три, четыре, пять. Так, встань подальше. Ванюша, Ванюша, идешь к Денису. Ты большой, чтобы он подстаковал. Ванюша, иди сюда. Идешь вон туда. Так, Саша, идешь к нему. Николай, ко мне. Давай, ко мне. Кто-то с две девушки. А что ты не поправился, ты не поганая? Девочка сюда. Девочка сюда. Значит, Руслан, идешь
знаешь, у меня какой хорошо. Убьет. Идешь сюда. А ты знаешь, какой у него брат? Эй! Послужите внимательно сюда. Я хочу. Я хочу, чтобы вы вот так шли по кругу. Уходи еще туда дальше. Уходи, да. Что нужно мне сейчас делать? Мне сейчас нужно, посмотрите, не надо подсечки делать. Взять отсюда захват. Раз, два шага. И чуть-чуть приподнять. Раз, два. Вот и приподнять. Два, три шага. Пошли в ту сторону. Пошли. Без подсечек. Без подсечек. Саша, кто? А, в эту сторону. Так мы вокруг, братьев часов. Хорошо, стоп. Саша, иди сюда. Быстрее, руки. Посмотрите внимательно. Саша, вот ты здесь берешь. Брать нужно под мышками почти. Пошли. Макс, вот сюда. Хаджина. Стоп. Цирку. Эй, что ты падаешь, парень? Шаг, прикладывай, поставь. Три шага приподнял. Хаджина! А что я? Нет, не ты, я хотел тебя тут, давай, брать. Что, братик? Иди сюда. Иди сюда. Показывай. Иди сюда. Работайте, что вы стоите? Если вы этой ногой подсекаете, вы падаете. То есть вы догоняете.
Раз, два, шаг и догоняем. Раз, два, вы, оп, не встречаем. Именно догоняем. Пошли. Да, можно сделать бросочек аккуратно. И держать, эй! Что ты руки прямые? Что ты наклоняешься? Присядь! Вот ты садишься на горшок, вот как на горшок. Можно. Вот, Саня, ты получишь его. Вот я бросил все. Саня, посмотри, как ты идешь. Саня, ты должен идти вместе с ним и сам чуть-чуть лучше подержаться. А ты стоишь, смотри, как идешь. Ходишь на пятках, как будто больной. Почему падаешь? Ты очень быстро бежишь. Да нет, я одна единица. Попробуй помять. Да, видишь, чем атака очень быстро, он может бросаться. Да. Ну что это такое? Марк, я тебя убью. Вон он. Да, стоп, 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 стоп. Сейчас. Стоп, Саша, иди сюда, вот сюда. А ты перейди вон туда. Петр, иди туда. Идешь к нему. Не дай больше. Вот сюда. Дальше мы пошли дальше. Опять никто не болит. Опять включаем. Не видели? Опять поздно. Да. Показать еще один раз. Так. Так. Матей, сейчас. Стоп, Матей. А сейчас так. Один раз подсечку первый номер, один раз второй. Вы большие. Будьте аккуратны. Пошли. Меняйте. Первый, второй. Смотри, Сергей. Да. Можно? Да. Ой, неплохо. Очень неплохо. Вот, молодец. Да. Да. Хотя бы. Маша, Да. Стоп, ты лежишь, Регина. Смотри,
Стоп, Мате, сейчас. Ушли все сели. Андрюха, ты берешь Дениса. Смотри, Андрей, отсюда сюда и обратно. То есть вы туда идете и обратно. Саша, Сережа. Да, один сюда, другой бросаете, или только я. Ты туда, он сюда. Стоп. Саня сюда. Саша второй сюда. Данила. Да, ты Саша был, возьми Сашу. Так, кто-то. Макс. Я. Возьми, пожалуйста, второй Сашу. Какого? Вот это. Ты с кем был? Возьми тогда Николая, вы вдвоем. Посмотрите внимательно сюда. Сюда идет первый номер, обратно второй. Стив, да. Как вы сможете? Нет, потом придется. Просто 4-2. Эй, аккуратно. Максимум, пошли. Туда первый номер, потом обратно. Держи ближе.